Ну, пока что все слишком легко. О, если тут Ёж с Ульяной застряли, то я вообще отказываюсь дальше проходить. Сколько стоит пропустить уровень? 25. Привет, крошки! И давно мы не заходили мне куда-то в обби, в товара и всякое прочее. И вот в таком классическом обби мы, по-моему, вообще давно не были. Так что будем сейчас проходить у нас без усилий. И будет, да, нереально и ошибка. Я боюсь, что мы не пройдем. Чего? Да. Ошибка? Это интересно. Ошибка. Да. Вот. Ой, она прозрачная. Видимо, правда, ошибка. У нас есть поле практики, но я думаю, мы все-таки немножко умеем проходить это все, поэтому я даже вот так, нет, так не могу сделать. А, все работает. Кстати, смотри, тут можно даже просто идти и не прыгать. Да, я так и делал. Теперь придется прыгать. Ну, правда, без усилий особо не нужно ничего прилагать. Ну, так всегда с самого начала, конечно. Да. Ну да, нас учат тому, что надо уметь прыгать, уметь обходить светяшки. А светяшки-то убивашки вообще-то. Светяшки-убивашки. Да? Угу. Не, ну все нормально вроде, тут нет таких светяшек прям опасных. Это пока что нормально. Скоро будет, чувствую, все очень плохо. Ева, вот те светяшки, через которые мы там перепрыгивали, они убивают сразу. Господи, я думала, у нас эта штука не едет, она немножко... О, ничего себе, тут подвох после вот этой вот стеночки. Ага. Я чуть... Опа. Вот видела? Так обычно не бывает на там, где без усилий. Я вот так пройду. Без усилий. Отлично. Отлично, все, теперь уже легко. О, смотрите, нам дали бейдж за без усилий. По-моему, это вот это без усилий. Вам не кажется? А что тут так? Мы палку прогибаем. Мы все очень тяжелые. Ну, да, прошлое вот это вот тоненькое было сложнее, чем это. Ну да, что-то как-то у них немножко неправильно сделано. Но это же был альтернативный какой-то путь, поэтому так, наверное. Ну, а там светяшки были, тоже неприятно было. Ну, мне кажется, это было ознакомление, так сказать, с предстоящими сложностями. Угу. Ну, проверим. Ой, так, ой-ой-ой, это не нравится. Вы убежали уже? Ой-ой-ой. Ага. Так, сейчас. Надо смотреть вверх, а потом вниз! Ну, пока что все слишком легко. Молчу. Вот когда каждый раз, когда кто-то говорит это в таворе или обе, тот один человек падает. Вот это про это. Один человек. Каждый раз, когда вы эту фразу говорите, где-то падает один человек. Ну, вообще так и есть. Я тоже подумала об этой шутке. Я примерно так и хотела сказать. И вообще это не шутка, а правда жестокая. Где-то падает одна Лана. Ой, что-то очень аппетитное. Что-то похожее. Это желе с ветрянкой, боже мой, я ж упала. Это фантазия, конечно. Нет, я почему-то подумала про пиццу, но тут пицца вообще, кажется, не должна быть. Причем просто красная... Просто ты хочешь пиццу. Ну да, да, я бы не отказалась, честно говоря. Вот, красная очень похожа была на кетчуп, и я подумала, что, ну, почему бы и нет. Так, мы... подкрадываемся к среднему уровню. О! А я бы хотела сказать, прошли, но я вот тогда не прошла, и стала не говорить. Я хотела сказать, что вы прошли, но думаю, нет. Ты прошли, а я еще нет, так что, ой. Тебе отомстят, да, если что? Ну да, да. Ого, там внезапные эти проплешины. А. Нет. Вот, Ульяну поймали. В принципе, нормально просто если идти. Ребят, по левой стороне, если что, по левой стороне. А тут если можно... кому интересно. Ну, тут видно, в принципе. Тут можно сверху посмотреть. А, ой. Это не всё. У меня пломбир не сработал, прикиньте, вообще. Ага, я видела, это печально выглядело. Да. Теперь я прыгнула на светяшку. Ева, а ты где прыгала, скажи, пожалуйста? Вот тут. Вот тут. Тут не надо... А, тут? Ну ладно, я вот просто... Тут. Если сверху смотреть, то там можно прыгнуть, где это не нужно. А, да-да-да-да. Я вот как раз-таки... Ну, сначала посмотрела, как проходить, а потом уже шла нормально. Как-то, ну... А! Вроде средняя, а вроде не очень. Ага. Где-то... Я даже просто, ну, не говорила то, что там непроходимо или еще что-то, но все равно где-то падает одна Лана. Лучше вообще ничего не говорить, тогда Лана не будет падать.
Так, мне это не нравится. А как? Ты с шифтом это делаешь или без? Нет. Застряла. Без. О, нормально. А я шифтом делала. А с шифтом вообще очень сложно. Ого! Там крутой уровень впереди. Тихо, все нормально, живу. Чего это тут? Опа. О! Я не двигалась! Мне это, лягушек снесло. Это, знаете, как крышу снесло, только лягушек. Да блин, а как там, перепрыгивать надо, что ли? Я перепрыгивала, да. А вот эту вот как? Вот эту перепрыгивать или проходить, я не понимаю. Ой, подожди, я не смогу смотреть назад, подожди, сейчас, секунда. А, да-да-да, там все перепрыгивать, ладно. Там, кроме вот этой вот, конечно. Ужас какой. Вот тут можешь... Вот тут, короче, можешь пройти, вот, да. Нет! Я понимаю, ну я же прошла, боль. Я же прошла, вот я хожу, вот хожу туда-сюда, туда-сюда, аккуратно вот так тут проходи, вот тут перепрыгивай, вот так проходи. Что, они продолжаются? Ну да. Это полегче вроде как. Вообще это нелогично. А мне нравится, почему? Та-та-та-та-та-та, аккуратно, чуть не убилась, блин. Ужас. А где Ёша? Ой. Стесняюсь спросить. Мне кажется, Ёша убежал. Да. И молчит. Да я чуть-чуть. Ой, стеночки. Так, это уже тяжело, да? Простите, а что там после тяжело идет? Вызов. Не знаю пока. Потом сложно, интенсивно, экстремально, нереальная ошибка. Реальная ошибка – это идти на сложность дальше. Да. Что-то как-то мне не нравится, что сейчас уже тяжело. А дальше прям уже, ну, такие, не знаю, слова страшные. И причем уже стенки начинаются, мне вот совсем не хочется с этими стенками иметь дело. Если честно, вот этот вот оранжевый мне нравится больше, чем тот желтый. Да, дальше вызов, ребят, дальше вызов. А, Ёша, лабиринт? А потом только сложно. Ой, короче, по правой там... По правой... Погодите. И потом влево. Ну там, я блин, тоже сейчас там дойду. Увидишь. Так, по правой. Вижу. Вот сюда сразу заворачиваю. Всё, вижу Ульянино крыло. А, так это не лабиринт, это фигня какая-то. Да, так и есть. Это было слишком легко. Вот теперь это пицца. Это точно пицца. Это очень классная пицца. Ого. Это какой-то цирк уже. Она будто состоит из тысячи маленьких пицц. Ну, видели там такие маленькие? Точно, слушайте. Это вот эти вот маленькие пиццы, которые продаются, типа, ну, чтобы ты не брал большую, можешь взять маленькую. Ага. О, у нас тут уже умножение, деление и прочее пошло. Математика, одним словом. О, а вот и вызов. Ой. Вы знаете, нам звонят, а мы такие, не, мы не берем трубку, поэтому он красный. А, тут не надо прыгать. Тут не просто не надо. Что? Короче, там бесявые уровни, они долгие и бесявые. Я вот только вот сюда надо, вот только сюда. Чего? Куда? А надо посмотреть, видишь, вот. А, ну только я ходила вроде сюда. Ничего не понятно. А откуда, блин, смотреть? А, можешь чуть-чуть... А, да? Да. Блин, это тяжело. Но я вот вижу только, когда Лана проходит. Просто я иначе не видела, где светяшка, а где просто обычный красный цвет. А я вот так наклоняю немножко и вижу. Не, у меня получалось, вот если прям перед собой смотреть, там солнце хорошо падает. Так, ну пока что... Я иду. Пока что я иду. Дальше не знаю, что будет. Так, подглядываем. Знаете, это мне напомнило то обе. Вот это вот именно. Вот этот момент, где мы Ёши тогда проходили, помните? И с каждым разом обе все усложнялось. С каждым прохождением, точнее. А, да-да-да. Вот. Вот такая же фигня была, что прыгать нельзя. И задеваешь везде светяшки. И вообще там все очень страшно и... О, я дошла. Ой, Ева, там дальше лучше не ходить. Ну, там вызов, я правильно понимаю. Там вот эта беговая дорожка противная. А где? Дальше. Это все еще один уровень. Ничего себе. А как вы прошли, я стесняюсь спросить? Сложно. Ай, блин, она не цепляется. Фух. Что там делать? Как вы на лестницу забирались вот эту вот из двух вот этих вот решёток? Не, лестница это еще нормально. Не, дальше, лестница это дальше легко, уже. Конечно. А, о, получилось. Не, просто...
Я, короче, залезла на лестницу, дальше хотела прыгнуть, прыгнула просто в пропасть. Ну, что-то не сказать, что лестница легко. А, не, нормально. Лестница легко. Просто почему-то не получалось до этого, вот. Как у вас там дела? Ой, ужасно. Ого, вы там убежали. Так себе, ничего не видно, отвратительные светяшки. Это типа не сложно, это просто отвратительно. Я согласна. Нет, я почти прошла. Ни одна светяшка там оставалась. Кева, там дальше похожее, так что... Дальше больше, да, дальше хуже. Дальше больнее, вы хотели сказать. Да. В том числе. Ты господи. Да блин, а. О, если тут ёж с Ульяной застряли, то я вообще отказываюсь дальше проходить. Не, ну подождите, мы всего-то ничего прошли только. Надо, нормально, надо мы что-то прошли. Делать. О, я дошла, я дошла. Так, 42 уровень. Я смотрю, а, вы... я думал, до нас уже дошла. Нет, нет. Я смотрю, вы там на 46-м, да? Ага, зависли пока. Ага, сколько стоит пропустить? Так. Я тоже уже хотела спросить. Отставить, пропустить. Да как я там умерла? Да почему тут умирается с запозданием? Я уже обрадовалась, что я прошла, а оказывается, что нет. О, зачем тут стены? Нет, пожалуйста, не на... Да-да-да. Так, аккуратно, аккуратно. А, вот так. А, тут, тут я можно? Я тоже прошел, ура. А, тут можно было схитрить. Так, Ева, ты на каком уровне? Можешь тебе подсказать 44-й. Тактику? Я... Падаю. Нормально, все хорошо, получается. Иду. На 46-м спрошу, что делать. Да. Там надо спросить, там придется спросить, что делать. Но я сначала сама попробую. А, ну хорошо. Если не получится, то тогда надо будет. Ой-ой-ой. 45-й что-то мне... А! Нормально, нормально. Да ладно. Не, ну вы прикиньте. Без единой смерти прошла 45-й уровень. Так, вот тут, объясняю. А, тут вот вначале чуть вперед бежишь, а потом нет. Потом не надо бежать вперед. Потом надо не бежать вперед. А это можно тут перепрыгнуть. Только нужно постараться сильно. Да, ого. Да. Реально? Капец. Шок. Я перепрыгивала. И вторую тоже перепрыгивала. Я не могу первую перепрыгнуть. Что вы сделали? Как вы это делаете? Прошло. А, нормально? Я не понимаю, я прошла. Ай, дальше классики. Там шахматы, блин. Так, ладно, хорошо, берем разго. Ева, ты куда? Я разгон беру. Так, а можешь с этими попробовать? Нормально. Ой, ой-ой-ой. А хорошо, так все начиналось. А там потом не разгоняйся. Не разгоняюсь. Вот тут разгоняйся, а потом не разгоняйся. Стала назад. Как прыгать эту стенку, я не знаю. Ну, лучше прыгай, вот как обычно, стенку обходи просто. Ну, можешь, да, как тебе удобно. Просто я приловчилась, я просто перепрыгивала ее. Сколько стоит пропустить уровень? 25. А, так тут не быстро все едет. Да. О, ребят, я прошла 46-й. Ура, ура. Крутая. Ну, потом так. Легче, честно тебе говорю, сразу. Вы чё так далеко? Вы на 52-м, обалдеть. Ну, тут, видимо, легкие уровни пошли. Ну, относительно. Ну, не такие, как да. Тот ужасный. Ну, понятно. Я боюсь представить, что будет на ошибке. Возможно, будет ошибка просто ходить туда. Это да. О, сложный. Так, 50-й. Ну, смотрите. В принципе... Я молчу. Я просто только что начала говорить и упала. Не, Ев, нормально, нормально. Так, ну, да. А теперь смотри. Ой-ой-ой. Угу. Так. Ага. Ой, подожди, нет, не та. О! Я перепутала все. Ладно. Так. Ну, это тебе хоть раз убиться надо было, поэтому... Ну, понятно. Ты понимала, что делают остальные. Ага. Вот. То есть вы все это время искали нужную палочку. Ну, я вообще говорила, господи, что делают кошмар. Остальные палочки, а не что делают мы. Ну, в принципе, да. Ясненько. Мы тут не можем допрыгать, да? Блин. Слишком высоко. Ого. Ты телепортатор прям. Вот только думала сказать, что не такой уж и сложный уровень. А? Ага. Ударилась. Я третий раз уже убиваюсь на этой штуке. Короче, тут стенка непроходимая почему-то. Ева, так, я тебе сейчас подскажу. Она проходимая.
Я прошла. На каком уровне? На 52-м конец. На самом верху. О, и Ульяна здесь. Ева, ты чё? Да я убилась об светяшку. Короче, ребята, не знаю, который у меня уже тут смерть, но дойти до верха у меня получается. У меня не получается перепрыгнуть эту светяшку. Я вообще вот не знаю, что с ней делать. Поэтому давайте посмотрим. Нет, я не буду смотреть. Какой кошмар, как далеко все. Вот, я думаю, мы попробуем в следующий раз пройти побольше. Ой, так а тут объясняют. А вы читали? Вы видели, что там объясняют? Нет. Что а где? Вы должны держать... Вы должны держать W и щелкнуть мышью вправо или влево. А, сейчас приду, покажу. Смотри. Да я не дошла. Я тут стою, вот. Вот я. Да, это мы помним, кстати, вот... А, так это только одно объясняют. Тогда ладно. Ну, конечно. Да. А я-то надеялась. Ну что, наверное, я останусь здесь за стеной. Посмотрим, возможно, успею пройти до ребят в свободное время, и потом дальше пойдем вместе проходить это обе. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. 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 Пока.